чё, упал что ли? Solo kill, I kill, boy, you can know me. На набережной Шкода. Ну и хуй, она же не тут. Домой, Мухараев! Йоу, всем привет, вы на канале Уэйтнига. Ты хотел этот выпуск? Ты прочитал, как он называется? Ты видел заставку выпуска? Короче, вот как бы, ну, ты просил, я снял. Пожалуйста, ставь лайк, пиши комментарий и не перематывая, посмотри его до конца, потому что это прям важно. Ты можешь выиграть сейчас 1000 рублей легко. Короче, вот сейчас пример покажу. Вот помните, я лотереи такие делал уже подобные. Если будешь смотреть, не перематывать, ты 100% найдешь ключи, такие, блин, не ключи, а такие мелкие цифры. И если ты сложишь их, там будет всего 4 цифры. Если ты найдешь, ты выиграешь косарь. А ты найдешь их, если не будешь перематывать. Короче, сейчас покажу пример, как это все должно выглядеть. Вот смотри, здесь сейчас будет вот так, на долю секунды появится какая-нибудь буква 6-7 или буква, говорю, цифра, короче, 6-7 или любая вообще, без разницы. И все цифры, которые появятся на долю секунды, ты должен мне их написать в группу ВКонтакте, и ты выиграешь 1000 рублей. Просто за то, что посмотришь полностью выпуск, не перематывай, и найдешь все 4, всего лишь 4 цифры. Погнали. Видос, короче, пушечка. Как я обещал, ставь лайк и пиши комментарий. Погнали, смотрите выпуск. Так, камера, мотор. Мы записываем видос. Меня, наверное, очень плохо слышно, потому что я вообще выключил микрофон, на чем срет. Каву вообще не обслуживаю я, блин. Работает очень странно. Вот, это, конечно, мой косяк, вообще пипец. Вот, ладно, поехали. Раздает, пах. Молодец. Да? А я на третий. Он что, упал что ли? Он упал что ли? Что-то он долго. А, у меня прямо это рука отваливается что-то. Yeah.
Какой мотор? 74. Ну? У него Charmax такой же подобный был, выдергивается все. А точно нет, такой же. Санькамиль же на нем сатил нормально. Санькамиль-то сатил на нем? Ну, а что он делает? Ну вот, дело в опыте. Видишь? Может, что-то не так делаю, конечно. 100%. Даже стул выдергивается. А что-то я вообще с перчатками поебался, пиздец. Руки отмерзли. Ай, бля, вот, вот это мне нравится, так чисто по парковочке носится, блядь. Найс! Это прям самокат, пиздец. Сколько лет назад начал сходить? А? Сколько лет назад начал сходить? Ты очень сложный вопрос мне задал. Сколько лет? Подписчики, ответьте, сколько лет я уже езжу на заднем колесе? Ну, с года 17-го, наверное. Ну, тут на самом деле научиться валить на заднем, если ты прям будешь трениться, неделя максимум. Если прям будешь тренить, сидеть прям, долбить, пока не получится. Мне вот это надо, блядь, сноровку его выдергивать. Ну, я бля. Нету страха его выдернуть, блядь, а? Не могу и все просто поднять. Mm. Пацаны, я думаю, вы все просто кайфуете с этого выпуска, но вот момент дайте мне, вот этот байк, он уже разыгрывается очень долго, и вы меня простите, что я его так долго разыгрываю. Я сам не знал, что он будет так долго разыгрываться, просто прошу у всех огромное прощение. Все спрашивают, все думают, ну, в общем, скоро будет розыгрыш. Если кто еще хочет в последний вагон залететь, вот этот байк разыгрывается, Charmax RX280, абсолютно новенький. Специально для розыгрыша, только с коробки, вообще не езженный, сейчас я вам его покажу. Абсолютно новенький, на алюминиевых колесах, 172-й. Один раз единственный заводил его для того, чтобы проверить, работает ли все исправно, все четко. Вообще просто идеальный мотоцикл, тут даже аккумулятор просто разряжен, короче. То есть вообще он стоит и все, он весь в пыли, ребят. Он весь в пыли и ждет просто тебя. Он просто ждет тебя, чтобы ты на нем уже погонял. В общем, ссылочка для розыгрыша будет в комментарии. И еще один момент. В позапрошлом выпуске мы с вами делали вклад в компанию CAP. И сейчас я вам покажу, что у нас получилось в итоге спустя там 2 недели, что-то такое. Так, вклад 29 900 принес нам 150 рублей. Это за один день. И вклад на 7 дней с 15 тысяч рублей у нас принес нам 630 рублей. Можно вкладывать, короче, небольшую сумму, но на долгий срок, и спреда будет больше, это мы уже с вами поняли. Сейчас, короче, сделаем вывод заработанных денег и еще один депозит откроем. Я думаю, на 30 тысяч 15к давайте выведем, а 30к мы закинем на баланс на 7 дней, я думаю, потому что 7-дневный вклад показывается очень хорошо. Открыть депозит, вклад на 7 дней, 30 тысяч рублей. Так, счет успешно создан, депозит открыт. Все, депозит у нас открылся. Сейчас мы 15 тысяч рублей, которые мы заработали, мы сейчас их выведем. Так, вывод средств, банковская карта, выведем 15 тысяч рублей. Банковскую карту не буду болеть. Так, платеж создан, сейчас мы все выведем. Так, ну все, страничка у нас обновилась, на балансе у нас осталось 700 рублей. В общем, оу, кстати, смотрите, уже проценты пошли на 7-дневном вкладе. 0,12 копеек, короче, кайф. Вернемся через 7 дней и проверим, сколько мы с вами заработаем. Кто хочет также проинвестировать в компанию CAP, ссылочка в закрепленном комментарии для вас будет. Но опять же, думайте, инвестиции это всегда риски, и думайте своей головой. Ну а мы погнали смотреть выпуск дальше. Вот, надо вот так вот яйца взять, нащупать просто, выдернуть где-нибудь, и все, и полетел. Самое главное, не пятками вот в разные стороны, а вот чтобы у тебя ноги прям на тормозе были. И прям с кайфом все было. Да, а это был туториал, как валить на заднем колесе. Ладно, кстати, если хотите обучалку, я могу снять обучалку, как валить с одной рукой. Тоже, в принципе, очень легко это. И ничего сложного. Да-да. Ладно, короче, сейчас будет рассвет. Шкода. А? На набережной Шкода. Ну и хуй с ней. Она же не тут. И у ленты на Камбарской. Ладно, короче, время уже до хера, надо ехать спать. Всем спокойной ночи, всем пока.
25-й борт, блядь. Прикинь, что? 25-й борт, блядь. Бутылку в меня кинули, нахуй. Вон они едут, блядь. Прикинь, бутылку в меня кинули, блядь. Бутылку кинули, блядь, в меня. Ебать, ребята, просто. Что такое? Пиздец, блядь, просто. Что за хуйня? Просто, вы видите, они прям на газон заехали. Охуенно.